Офигенные ведущие. Вот, поэтому надо всегда что-то новенькое для себя открывать. Это же прекрасно. Вот вы когда-нибудь видели себя с синими лицами? Интересно. Клуб анонимных джерокеров-алкоголиков. А теперь он называет. Ой, у вас прет по всей палитре. Ну что ж, дабы нам чуть-чуть размяться, давайте посмотрим на своего соседа. И если ваш сосед нравится, давайте друг другу поаплодируем. А что не целоваться? Посмотрите на соседа слева. Если нравится, целуйте. Мальчики, старайтесь целовать девочек. Романа! Да. Причем, заметьте, Таши сразу поцеловал меня и голос сверху. Добро пожаловать во второй влог! Давайте проверим, все ли у нас жюри на месте. Где вы сидите? Все? Жюри, скажите, вы в полном составе? А, то есть слева от центра все есть. А, одного нету, да? Жюри, вы целовались? Стоп! Посмотрите под стульями. Под стульями. Под сидушечкой. Там кого-то, может быть, кто-то потерял. Нет? Нет? Жюри, особенно на... Москва, Санкт-Петербург.
Слушай, было бы на самом деле прикольно, что вначале вышли корейцы, такие поторговали шаурмой, а потом побежали танцевать. Или онигири. Онигири! Они в кафешке закончились. Или знаете, чтобы как на чемпионатах всяких там ходят, там орешки, там пепси в голову, там бутылку водки. Все, вот нас тоже такие бегали. Разборчивее, попрошу, разборчивее. Итак, объявляем. Участники под номером 4. Ньюэс! Идол Блэк Онигири! Москва! Встречайте! Yes.
Ой. Готовы? Представляете, следующий люди будет караоке. Люди знают декорации. Прям вообще. Хакуй радуется. Он не радуется, он строит. Хакуй не радуется, он строит и думает, блин, там уж просто косплееры столько строят, а мне это на концерте надо больше строить. Знаете, я, кстати, удивился, что нет еще ни одной команды. Ну, из скрипича. Нет, все как-то, знаете, мы готовы вам построить на сцене что угодно. Вы даете бабло, они сами привозят материалы, все красят, все делают и ставят вам сами все, декорации полностью на сцену. Это все делают.